Дорожная развязка в микрорайоне «Новая Трехгорка» для жителей – вопрос номер один. Идет активное строительство. Узкие улицы не рассчитаны на такое количество машин. Как решаются дорожные проблемы, глава проверил лично. Попасть с Трехгорки сюда сейчас невозможно, кроме как через Можайку. Потому что где мы сейчас с вами стоим, там одностороннее движение, да, в ту сторону. Выезжают все на Можайку и по этой улице Советской. Ну, что бестолково, да. Значит, но почему? Потому что закрыт проезд, мимо которого мы сейчас поедем. Вот вдоль дома, значит, вот синенькие ворота, да? Значит, ФСК-лидер в ноябре его открывает. И поэтому проезд вот здесь из Трехгорки сюда будет. Так. Мы что сделали? Здесь уширили дорогу, ну вот если вы видите, это самое шов, да? Для того, чтобы была возможность разъехаться двум автомобилям. Сел за руль, испытал на себе. Расширенное дорожное полотно и тротуары по улице Советской облегчают, но от всех проблем не избавят. Строительство новой трассы, которая пройдет от платного участка до Можайского шоссе, позволит пропускать тысячи машин. Принимаемые меры носят временный характер, считает глава округа. Дорожный вопрос требует дальнейшей детальной проработки, обязательно с учетом мнения жителей. Это все решение временное. Да, это все решение однозначно временное, потому что, конечно, такая улица не рассчитана на тот поток, который предполагается. Поэтому, собственно, и ведется сейчас проектирование, реконструкцию Чистяковой, которая и будет непосредственно примыкать вот те поля, вот эти болота, которые мы видим. Здесь она и будет проходить и будет примыкать непосредственно, значит, к круговому движению. Работы по строительству выезда на платную дорогу завершены на 75%, говорят специалисты. Мост над Северным обходом, как часть развязки, свяжет две территории – Трехгорку и Рублево-Успенское шоссе. До конца этого года работы планируется завершить. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».